всем привет! И вот мы снова собрались в путешествие. Едем с Аней на Moscow Open 2020, город Москву. Сейчас идем по улице Дорогожицкая, Олени Теліни, метро. Отправка у нас с автовокзала Выдубичи. Так что держите за нас кулачки. Дорогой, сейчас спускаемся в метро. Нам ехать до станции Выдубичи. Чтоб не перепутать, надо внимательно посмотреть карту. Сейчас предъявим билеты, документы, и можно будет садиться. Здравствуйте. У вас 15 место. Ваш паспорт, пожалуйста. Откройте, пожалуйста. Там два билета. Первая половина автобуса. Второе, можно просто посмотреть. Сейчас. Переверните теперь там разрешение. Конечная станция метро Лесная. Отсюда можно доехать до Княжичей. Валя, привет. Выезжаем из Киева. Сейчас будем проезжать Бровары. Ну я так бежала. А лучше. И отсюда же мы на Минск тоже ехали, да, отсюда? Угу. Вот тут, помнишь, стояла маршрутка? Да. Проверяю температуру. Подъезжаем. Приехали на Щелковское шоссе. Сейчас будем идти навстречу Яне с Сережей. Привет, Москва. Вот мы приехали. Мама не успела одеться. Да, какой-то не то снег, не то град, непонятно. Он совсем чуть-чуть. Вот такой перешли дорогу. Выше на 9-й класс, по-моему. По прямой идти, а Яна с Сережей будут там навстречу. Ну, они могут быть стой. А, не стой. У нас есть связь. Мы вставили российскую карточку.
Сашенька, Одесса, привет. Я одеваю. Все, пошли встречаться с Яной. Заселимся в квартиру и выйдем на связь. Говори. Что? Это парковое дело, как в Украине. А на боте? Нам звонят. Сушевок, ну пусть все звонят, переведи. Сушевок. Ну, конечно, на фоне пятерочки. Аня, как поездка? Нормально. Ничего, не тошнило. Выпили по таблеточке. Чуть живот крутил. Ну ничего. Все выдержали. Идем навстречу Яне Сереже. Вот здесь Аня увидела, что-то увидела там, выгружали. Чидос выгружали. Ну, российское производство. Ладно, зайдем в большой магазин, посмотрим их товары. На каждом перекрестке стоят указатели. Так что не заблудишься. Заходим в район Измайлова. С восточной стороны. Как раз у нас будет квартира недалеко от места проведения Moscow Open 2020 по настольному хоккею. Завтра в бой. Итак, нас встречают. Встреча состоялась. Привет, привет. Привет, 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 привет. Встреча состоялась. Еще говорим, по какой стороне будут идти. Мама, посматривай в эту сторону. Я говорю, хорошо. Все. Заселение у нас в 2 часа. Время есть, поэтому зайдем, покушаем. Что-нибудь выберем. Что, нет? Нет мест? Сейчас Сережа что-то забьет. Так, вот сейчас присядем, разденемся и покушаем. Вот такой заказик сделали. Так, соус терияки, картошка фри, кексик, чай и 2 такоса. Вот таких. Вот таких вот, да. Приятного нам аппетита. Кто кушает, тоже приятного аппетита. Вот такая клумба. Жители дома повысаживали, павлина сделали, орла. Сейчас следующий дом наш. Ждем заселения. Все залипают. Да, все ваджет. Музыка. Вирус. Мобильный вирус. Всех накрыл. Все, до следующей встречи.